Сколько раз просил я назначить мне спотканье, о, сколько раз хотел я признаться ей в каханье, ты все пирожка жали, коли девчине верить. То поводок вяснов, то приморозок шерань. Ла-ла-ла, але я упарты, и как своего добиться, просил я шира майстра зрабить ёй завушніцы. На гэтых завушніцах я напісаў закляце, усё, што не сказаў ёй, а ў чым хацеў прызнацца. Сьогодні не утяче вже от слов моїх гарачих, не в час, коли сміється, співає або плаче, не в час, коли приляже, зморившися з мерканням. Звенять ёй завушніц, усё про моё каханье. Завушніцы усё про моё каханне. 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 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами присутствуем на юбилейном концерте легендарного ансамбля. Белорусскому государственному ансамблю «Песняры» 50. За годы творческой жизни этот коллектив заслужил уважение и любовь ни одного поколения зрителей в разных-разных уголках мира. И сейчас свой
полувековой юбилей. Коллектив сохраняет и молодой задор, и приумножает традиции, заложенные основателем и идейным вдохновителем ансамбля, народным артистом СССР Владимиром Георгиевичем Мулявиным. И мы рады, что сегодня в этом зале присутствуют родственники и близкие Владимира Георгиевича. Давайте их поприветствуем аплодисментами. А на нашей сцене Белорусский государственный ансамбль «Песняры» и Президентский оркестр Республики Беларусь под руководством заслуженного артиста Республики Беларусь Виктора Бабарикина. А начнем мы с песни, принадлежащей перу композитора, который вместе с артистами создавал коллектив, историю коллектива. Он написал для песняров более 20 песен. Я думаю, вы догадались, о ком я говорю. Это народный артист СССР Игорь Лучинок. Стихи Якуба Колоса. «Мой родный кут». Oh.
забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе. Солист ансамбля Игорь Дударчик. Замечательная музыка Игоря Михайловича Лученка. Главный дирижер Виктор Бабарикин. И Алексей Бабарикин. Тоже музыкант, кстати. Государственный ансамбль «Песняры», президентский оркестр Республики Беларусь и юное дарование Национального центра музыкального искусства имени Владимира Мулявина.
Знаете, когда мы готовили юбилейную программу на этот год, мы решили, что обязательно включим в эту программу песни из первых альбомов ансамбля «Песняры». И там была замечательная акапельная мелодия, которая стала всемирно, думаю, известной, которая называлась «Реченька». Поле, земля да песок, ветер гонит по им колосок, зерне знов прорастет по весне на далекой версте. Хлопцу доли няма, в роспач ён без радости. Час пришел досыть гулять, треба жонку себе шукать. Не ломай ля хаты спелую калину и не кидай дому галё. Прилетит и сядет на дах, будет голубку гукать в
хватит нотиков мне сумова. Час ударма не губляй, запражи вороного коня. Счастье свое отшукай, может, знойдешь далеких края. Запражи вороного коня, счастье свое отшукай, может, знойдешь далеких края. Артур Михайлов. Ну, мы продолжаем славную традицию ансамбля «Песняры» воспевать женские имена. Наша новая работа «Катяринка молодая». Светляет горит.
рынка молодая, любишь ты, не откажи. Небезорка золотая, шляха светляет, тиши. Не оговорят люди, як поцелунок будет. Только на воколе, только на воколе. Тихая приволе, тихая приволе. Только на воколе, только на воколе. Летнее раздолье. Моя любовь, ха! Моя как танец. Катеринка молодая, не бы птушка золотая, Катеринка молодая.
создаем настроение, ну-ка! Легендарный ансамбль «Песняры». Я мать.
Вероника. И только надпись Вероника. Солист ансамбля Игорь Дударчик. Игорь Дударчик и его юные поклонники. И поклонницы. Браво! Дорогие друзья, с белорусским государственным ансамблем «Песняры» связаны судьбы очень многих выдающихся белорусских артистов. И один из них сейчас появится на этой сцене. 18 лет он трудился бок о бок с артистами ансамбля «Песняры». А песни, которые он исполнял, пела вся огромная страна. Это Анатолий Кашипаров. Встречайте на этой сцене заслуженный артист БССР Анатолий Кашипаров. Добрый вечер! С нашим праздником! Песни поем! Письма Те же моя темноглазая, где
белизной палисад. Шлю я, ей за пакетом пакет, только, только нет мне ни слова в ответ. Значит, значит, надо иметь в виду, сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Сам я за ответом приду. Судьба меня ждет. Где же моя темноглазая, где холод, где холод, где доме, где лесной. Заслуженный артист БССР Анатолий Кашибаров. Спасибо! Вы знаете, мы уже говорили о том, что ансамбль «Песняры» и наше поколение ансамбля «Песняры» неоднократно обращалось к творчеству Янки Купалы, нашего знаменитого классика, народного поэта. У нас вышел альбом на его стихи «Счастливость». И вот сейчас мы хотим спеть одну из песен из этого альбома, песня на его стихи, которая называется «Жнея». Царица в золотой короне, где я на веночку помеж спелых онял. С колосков веночек молодость и светка, на Юси хотится я кусать и кветка. На
путях счастливых каптано кружовый. У руце серпочек зубленный сталевый. Колоски хинутся перед ей поклонно. Сдивится и груша на мяжи зеленой. А я на царица весела счастлива, коронуй песни золотой жнива. А я на царица весела счастлива, коронуй песни золотой жнива. Сама царица в золотой короне, где я на вяночку помеж спелых огня. С колосков вяночек молодости светка, на юзи хотится я кусать. А я на царица весела счастлива, коронуй песни золотое жниво. Жниво. Солист ансамбля Игорь Дударчик, Артур Михайлов, композитор Роман Козырев. Забываю по крысе былый свой сум, было и лихо, и сивый голубь на страсе буркоча жалостно и тихо. Я покидаю этот дом, каба николи не вернуться, и навод гром весновый гром мене не смусить озернуться. Сивый голубь, сивый голубь, голубка белейша, милый батька, мила мати, а мила милейша. Сивый голубь, сивый голубь, голубка батька, мила мати, а мила милейша. Пробегся ветер по росе, и отгукнулися тихутка,
и сивый голуб на страсе, и вечно сумная голубка почуй далекий голос мой, и отгукнися тихо-тихо, каб я забыл свой неспокой, каб я забыл былое лихо. Синый голуб, голубка белейша, милый батька, мила мать, а мила милейша. Синый голуб, голубка белейша, милый батька, мила мать, а мила наш замечательный солист Александр Жив. И наши замечательные семьи. Следующую обработку сделал наш замечательный друг, один из основателей и участников замечательной вокальной группы «Камерата». Это Игорь Мельников. Давайте ему поаплодируем. Очень известный в Беларуси музыкант. Также продолжает традиции многоголосия. И специально для юбилея мы сделали вот такую совместную работу на ваш суд. Замечательная песня, к которой обращались песняры неоднократно, «Савка ды Грышка». Музыки, угар, скинула гора, скинула туга.
ухака, 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 скинула туга. Показал тут. Вы советуйте своего цаца, только не страшайте малого хлопца. Вот цаца, вот цаца, вот цаца, вот цаца, вот цаца, вот цаца, малого хлопца. Саука выгрышка. Белорусский государственный ансамбль «Песняры», художественный руководитель Роман Козырев. Придет пасха,
за сторон я вся заберется. Вино по рюмочкам польется, достойный день не для меня, а для меня кусок свинца. Он в тело белое вобьется, и слезы горькие прольются. Какая жизнь, брат, для меня. Какая жизнь ждет меня? Ян Жинчак. «Березовый сок», «Александрина», «Березка», «Олеся» – эти песни до сих пор звучат в наших сердцах. И артист, который сейчас выйдет на эту сцену, его неповторимый голос, его харизма, им восхищались, его любили. И сегодня он, конечно, не смог не приехать на юбилей своего родного коллектива. Итак, встречайте на сцене заслуженный артист БССР Леонид Борткевич. Добрый вечер. Я хвилиною на не сильный
Спасибо. Заслуженный артист БССР Леонид Борткевич. Все вы знаете нашу известную белорусскую народную песню «Косил ясь конюшину». Она уже сегодня звучала в концерте. Видимо, девушка позже всех пришла. Но есть похожая песня с похожим названием. Немножко сюжет отличается. «Косил Василь сено». Василь сена, широкі пакосы, да яго дзяўчына дзяціну прыносіць, да яго дзяўчына дзяціну прыносіць. Васілю, Васілю, забірай дзяціну, а як ты не возьмеш, на пакосі кіну. Багата. Не кажи, не кажи нікому, не кажи нікому, що я є тата. Не кажи нікому, що я є тата. Не хочу, Василю, я ти грошей брати. Усім буду казати, що ти я є тата. Усім буду казати, що ти я є тата. Забирай дитину, сорому не буде. Те розгадок другі, тобі помоч буде. Те розгадок другі, тобі помоч буде. Не кажи нікому, що я є тата. Ти б'яриш дівчину, ти б'яриш дівчину, дивятиш у хату, дивятиш у хату, буде тобі жонка, а дитяті маті. Буде тобі жонка, а дитяті маті. Шануй моего сына, як свою дитину.
солист Артур Михайлов. Заслуженный коллектив, президентский оркестр Республики Беларусь. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Бабарикин. Ансамбль «Песняры». Вы знаете, в этом году у нас было очень много таких открытых площадок, каких-то фестивалей фольклорных, роковых, байковых. И вот специально для таких больших-больших площадок мы подготовили одну из наших новых работ. Это замечательная мелодия, которая называется «Hey Cola». Песня не про Кока-Колу, а про наше белорусское колесо. Там очень простые слова «Hey Cola». Вы сможете запомнить, да? Сможете с нами спеть это «Hey Cola». Давайте, 3-4. Супер, супер. Вы уже готовы для следующей песни. А дальше, что будет происходить, вы поймете. Юра, давай. Будете петь только вы. Готовы? Поем «Hey Cola». Все вместе. Готовы? И...
Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
Артур Михайлов. Превратить тебя в зарево, но я превратил тебя в птицу, навеки расставшись с тобой. Если вовек не вместе мы, так пусть же в жизни хоть раз крыла. Возмездие за ложь обнаженных фраз. Ты была сирена, я теперь нелюдим. Я бы простил измену, если бы не любил. Капитаны говорят, что летать ты устала, и что хочешь стать снова прежней и снова вернуться ко мне, вернуться ко мне русокосою, вернуться ко мне синеокою. Но я ведь не верю словам твоим, навеки расставшись с тобой. Если вовек не вместе мы, так пусть же в жизни хоть раз крылатым будет возмездие за ложь обнаженных фраз. Ты была сирена, я теперь нелюдим. Я бы простил измену, если бы не любил. Общались печальные годы, и как-то ко мне на рассвете вернулись друзья с охоты и бросили птицу на стол. Нездешние птицы. We'll be right back.
такими знакомыми и с перебитым крылом. Вот, наконец, и вместе мы. Так что ж, я так грустно пою над убитой крылатой невестою. Я на коленях стою. Ты была сиреной, я пел твою песню, звеня. Тебя не смог простить я, так кто же простит меня? Солист ансамбля «Песняры» Ян Женчак. Спасибо большое Владимиру Георгиевичу Милявину за то, что я смог пережить когда-то эту песню. Иначе, не пережив ее, невозможно ее спеть. Спасибо большое. Ансамбль «Песняры» Ян Женчак. Следующее произведение по праву занесено в список всемирного музыкального наследия ЮНЕСКО. Некогда великий белорусский дипломат, путешественник, композитор Михаил Клеофас Агинский, покидая Беларусь, написал свой легендарный полонез «Прощание с Родиной». Многие из вас наверняка знают, что у нашего ансамбля есть своя версия звучания этого шедевра – акапелла. Песня идти в далекий шлях, веруя в небе белый птах, что ведае, где мой батьковский дом. И он бачит тую ветлую кашаную, что мне на канавана. В саде под галиной безучулися нам гуки полонезу. Мне малюю ясо, далекий белый, где душа поживая зло, где только музыка у сердц, небы крылы мотылька, и мы с тобой. И мы с тобой в руце рука. Там на погорку белый храм, к яму в дятинстве бегал сам. Любил глядеть святых на давних образах, и белые анёлы усмехались в блакитных куполах, и чулися под сводами чарующие гуки благовесту.
Бог горни мой край от бед, и я вот сказал, что прощающий мне бед, и дед, и откуда мы шли, и от сахи, и от земли, и от мухов, и от реки, и от лесов, и от умы, от соковитых спелых трав, повинных до вытока души, до родной мяжи, нарежьте прыгнуться. Песня лети в далекий шлях, веруя в небе белый птах, что ведает мой батьковский дом. И он бачит тую ветлую каханую, что мне на канавана в саде под галиной безучулися, на руки пала мне. В душе навеки сохраните надежду, веру и любовь. И вместе с песнями примите земной поклон от песняров. Дорогие друзья, я хочу сказать большое спасибо вам, что этот вечер вы провели вместе с нами. Вместе с нами отметили юбилей. Целое поколение вашего, нашего, поколение всех белорусов, поколение ансамбля «Песняры». Спасибо большое, что вы были сегодня с нами. Этот вечер для нас очень был важен, и нам очень важна ваша поддержка. Спасибо большое. Мы хотим сказать спасибо всем работникам, всем артистам, музыкантам, всем певцам, которые были, работали в ансамбле «Песняры» рядом с Владимиром Мулявиным. Сейчас продолжают работать рядом с нами. Всем-всем-всем. Мы хотим сказать большое спасибо за тот вклад, который они делают в наше большое-большое дело. Я хотела бы сказать спасибо легендарному ансамблю «Песняры» за этот невероятный вечер. Конечно, наша юбилейная встреча когда-нибудь должна была прийти к своему логическому завершению. Но 50 — это всего лишь возраст зрелости. Будут новые встречи, будут новые песни. И еще многие-многие годы Белорусский государственный ансамбль «Песняры» будет радовать вас, дорогие зрители, по всему миру. И пускай у них все получается. Счастья, здоровья и успехов, творческого вдохновения на благо нашей родной Беларуси. Белый аист летит, над белесым полесьем летит. Белорусский мотив в песни вереска, в песни ракит. Всю земля приняла и заботу, и ласку, и пламя полыхал над землей, небо в сводках багровое знамя. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан. Моя Белоруссия, наша память идет по лесной партизанской тропе,
не смогли зарасти. Эти тропы в народной судьбе будет давний один. В каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье. С нами малые дети хаты. Сосны до дома, песни партизан, алая заря, молодость моя. Над Полесьем, над тихим жнивьем, где-то в топе болот погребем остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большими крылами. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны до дома, песни партизан. Моя Белоруссия, молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны до туман. Алая заря, молодость моя.